Известная российская актриса кино Татьяна Арнтгольц покидает Россию навсегда. Сегодня рано утром эта новость появилась на самом крупном известном российском телеграм-канале. Сообщается в подробностях о том, что Татьяна Арнтгольц закончила свою актерскую карьеру на территории России и уезжает на постоянное место жительства в Испанию. Там она тоже будет сниматься в фильмах. Туда ее пригласил какой-то известный кинорежиссер. Хотя в интернете, друзья, появляется и другая новость. Некоторые сообщают о том, что Татьяна Арнтгольц серьезно больна. И ей смогут помочь только иностранные медики, так как наши российские врачи ничего сделать не могут. Мы узнаем всю правду, друзья, обязательно обо всем сообщим вам на нашем канале, в нашем новом выпуске. Смотрите наши новости, пишите комментарии и до скорой встречи на нашем YouTube-канале.